Hello, my dear. You know, I love you very much. Сегодня, в преддверии Дня Святого Валентина, Дня Всех Влюбленных, у нас есть замечательный повод поговорить о любви и о том, как лучше выразить свое чувство. Конечно же, на английском языке, согласно правилам этого праздника. В наши дни большое распространение получили валентинки, которые можно купить чуть ли не в каждом магазине. Но, конечно же, намного приятнее получить валентинку, сделанную своими руками или хотя бы подписанную от руки. Для этого понадобится совсем немного времени, зато вы подарите море положительных эмоций не только тому, кому будет предназначаться валентинка, но и самому себе, создавая ее. Ну что ж, рисуем форму сердца. Сердце на английском heart. На внешней стороне можно написать цифру 4 и английскую букву U, произнеся которую мы получим фразу for you, для тебя, и современно, и оригинально. А как же подписать внутри? Существует очень много уже придуманных вариантов поздравлений, которые помогают выразить свое отношение к любимому человеку. Я приведу несколько наиболее ярких и интересных примеров. Happy Valentine's Day. С днем Святого Валентина. Be my Valentine for the rest of my life. Будь моим Валентином на всю оставшуюся жизнь. I love you. Happy Valentine's Day. Я люблю тебя. С днем Святого Валентина. You are and always be my Valentine. Ты есть и всегда будешь моим Валентином. You are my true love. And you will always be my Valentine. Ты моя настоящая любовь и будешь нею навсегда. Как и эти фразы, так и поздравительные стихотворения всегда востребованы. В них можно заменять слова и подставлять свои имена или те слова, с которыми только вы могли бы обратиться к этому человеку. Roses are red, violets are blue, sugar is sweet, and so are you. Розы красные, фиалки голубые, сахар сладкий, и ты такой же. My love is like a cabbage, divided into two. The leaves I give to others, but the heart I give to you. Моя любовь похожа на капусту, разделенную надвое. Листья я отдаю другим, а сердце отдаю тебе. Сделайте своему другу или подруге в социальных сетях приятный комплимент и скажите, как красиво он или она выглядит на фото. You look so nice on your pictures. Воспользуйтесь такими словами, чтобы подчеркнуть свое отношение к человеку не просто как к другу. Lovely. Милый. Tender. Нежный. My
dear. Мой дорогой. My honey. Мой сладкий. My sweetheart. Мой любимый. И фразы. It's a real pleasure to be with you. Это истинное удовольствие быть с тобою. I think only about you. Я думаю только о тебе. I need you. Ты мне нужен. И, конечно же, вручая валентинку, прочтите на память стих на любом языке. Главное, с любовью глядя в глаза тому, ради которого вы все это делаете. И этот стих лорда Байрона я посвящаю вам, дорогие мои подписчики. She walks in beauty, like the night of cloudless climes and starry skies, and all that's best of dark and bright meet in her aspect and her eyes, thus mellow to the tender light which heaven to gaudy day denies. One shade the more, one ray the less, had half impaired the nameless grace, which waves in every raven tress, or softly lightens o'er her face, where thoughts serenely sweet express, how pure, how dear their dwelling place. And on that cheek, and o'er that brow, so soft, so calm, yet eloquent, the smiles that win, the tints that glow, but tell of days in goodness spent, a mind at peace with all below, a heart whose love is innocent. Еще раз всех с Днем Святого Валентина! Варианты поздравлений, которые прозвучали в нашем видеоролике, а также стихотворение и их перевод, вы сможете найти в описании к нашему видео. Happy Valentine's Day!